Вітаю, в ефірі студія «Репортер». В період новорічних свят, а все ж таки кінець грудня, початок першого місяця 21-го року – це все ж таки свята. Говоримо, ставимо такі філософські питання, шукаємо на них відповіді. Якою буде Одеса в 21-му році? Я впевнений, що ми знайдемо якісь відповіді разом в діалозі, який ми проведемо разом з депутатом Одеської міськради, паном Романом Сеником. Роман Тайовичу, доброго дня. Доброго дня. Чому таке питання поставив я наприкінці 2020 року, на нас ще будуть дивитися і в 2021 році на початку, і це доволі резонно. Остання сесія Одеської міськради. Дуже багато говорили в пресі мої колеги про рішення, які були прийняті. Але я хотів би звернути увагу на рішення, яке не було прийнято, навіть не дійшло до порядку денного. Це питання, про яке ми ще кілька місяців по тому говорили, про зовнішній вигляд нашого міста. Це місто, чи це така рекламна триумфальна арка, чи зовсім не триумфальна. З якою пропозицією ви вийшли до колег, і чому вам, по суті, червону картку подемонстрували, сказали ні, з пропозицією на тебе? Спасибо, Віталій, большое. Я на прошлой сесії Одеського городського совета підняв дуже, як мені кажеться, важливий для міста вопрос, тому що мене там упрекнув городський голова, що це не зовсім є то, чим зараз потрібно займатися, але я хочу отметить, что в городском совете 64 депутата, мы все распределены по комиссиям, и каждый занимается в рамках своей комиссии вопросами, которые к ней относятся. И вот вопрос, который я выносил, он касался вопроса наружной рекламы. Как мы все прекрасно знаем, наш город задыхается от наружной рекламы. Это и билборды, так называемые, это телеэкраны, это ситилайты различные, в том числе это реклама, которая размещена на фасадах наших зданий, в том числе на памятниках архитектуры. И когда ты посмотришь на ряд, скажем так, зданий и улиц нашего города, иногда кажется, что это не улица города, а это улица торгового центра, где кроме билбордов и рекламы ты больше ничего не видишь, а в некоторых местах даже небо не совсем часто проглядывается, потому что просто безбожно застроили этой наружной рекламы. И я внес предложение, оно заключалось очень простое, потому что я понимаю, что просто взять так, как хочется по-человечески и срубить все эти борды, это задевает очень много интересов разных людей. В первую очередь это собственники этих плоскостей, во вторую очередь это предприниматели, которые хотят размещаться на этих бордах. Ну и самое главное это одесситов, потому что когда мы должны понимать, что когда ты срезаешь борды, ты теряешь определенные поступления в бюджет. Вот. Но я понял, что так делать нельзя, поэтому решил конструктивно, планово подойти к этому вопросу. И главное, что я сделал, я обратился к нашему управлению рекламы и спросил: ребят, дайте мне информацию, сколько чего и где у нас стоит. Оказывается, что закон про рекламу, который у нас в стране работает, он не обязывает наше управление вести такой реестр. Негласно они говорят, что, конечно, он у нас есть, но мне дали ответ, что такой базы нету, что у нас есть всего лишь там 6533 разрешения на размещение рекламных плоскостей, а это, чтобы вы понимали, то здесь конструкция, да, на ней может стоять два борда, то есть две стороны, иногда даже четыре. То есть если все это помножить, то это примерно 15 тысяч плоскостей наружной рекламы у нас в городе существует. И я предложил, говорю: ребят, а давайте создадим такой реестр, потому что я проанализировал информацию, в разных городах нашей страны такие реестры есть, они публичны, ты можешь зайти на сайт, например, Днепра, Ивано-Франковска, Винницы, посмотреть, кто владеет, какой срок аренды, что там размещается и тому подобное, и сколько это стоит. У нас в Одессе такого нет. И люди, предприниматели не имеют доступа к этой информации. А для чего я хотел это сделать? Для того, чтобы понять, все ли вот эти борды, которые мы видим, стоят с разрешениями, платят ли они налоги, получают ли бюджет от этого какую-то прибыль или нет. Потому что по информации ряда людей, большинство этих плоскостей стоят незаконно. Вот просто поставили, а документов никаких нет, проверяющих нет, соответственно, стоит, и люди так себе незаконно зарабатывают деньги. А на этот период, пока мы будем изучать что да как, я предложил на один год при
остановить выдачу разрешений на выдать на рекламу вот такого рода, чтобы мы не плодили, потому что уже очень много, и ты когда даешь новые и новые разрешения, это становится все больше, и наш город превращается в какой-то большой рекламный ужас, как в телевизоре. Когда-то такого количества рекламы не было. Сейчас она вот, то есть ты меньше смотришь каких-то толковых передач, а больше смотришь разную рекламу. К сожалению, Геннадий Труханов, я ж подал его заранее, чтобы они, ну, как бы там завизировали, посмотрели, они его почитали. Видимо, поняли, что этот проект решения задевает интересы их друзей или их в частности. И попытался Геннадий Леонидович сманипулировать регламентом, что он не прошел комиссии, что он там не завизирован еще кем-то, и его нельзя рассматривать. Хотя это манипуляция, потому что по закону я как депутат, любой депутат имеет право с голоса внести предложение, и если советом будет оно поддержано, оно переходит в исполнение. К сожалению, этого сделано не было. Два раза пытались поставить вопрос на голосование. Два раза он не набирал голосов. И, к сожалению, мы его на сессии городского совета не рассмотрели. Но я этот вопрос более детально еще изучил и буду выносить его еще и на следующую сессию, потому что я сегодня, например, перед нашей встречей встречался с начальником управления рекламой. Мы долгое время рассматривали эту проблему. Он сам говорит о том, что да, рекламы много, но бороться с ней крайне сложно. Почему? Потому что есть определенные лоббисты, которые проводили разнообразные решения городского совета, которые усложнили процесс, скажем так, их ликвидации. Но процесс несложный на самом деле. То есть я, почему такая была инициатива? Потому что в Верховной Раде фракция «Слуга народа» зарегистрировала практически аналогичный законопроект, который предусматривает полностью срез всех бордов вдоль трасс, вдоль улиц и на железнодорожных переездах, мотивируя это тем, что это поспособствует снижению дорожно-транспортных происшествий. Цель моя, почему я считаю, их должно быть меньше. Вот если у нас там сейчас порядка 15 тысяч, я считаю, что 2 тысячи было бы объективно нормально. Почему? Потому что должна быть социальная реклама, должен бизнес пользоваться этим делом. Я провел аналитику по разным странам. Такую политику провела Бразилия в свое время, Франция, по-моему, если не ошибаюсь, Швейцария в том числе. Они просто что сделали? Они убрали все разрешения, обнулили полностью, определили на карте города, что есть, например, там 1000 плоскостей, выставили это на аукцион и таким образом, скажем так, мотивировали здоровую конкуренцию. Бизнес пошел на аукцион, заплатил более дорого, чем это сейчас в городском совете, и теперь пользуется этой наружной рекламой. Я предложил горсовету, то есть финальный результат это снизить количество и вывести все это на аукцион. Но для того, чтобы понять, сколько чего, давайте для начала проанализируем, создадим реестр, на годик приостановим выдачу, а потом перейдем к дальнейшим действиям. Конечно же, все то, что прозрачно, все то, что, как называется сейчас, модно, демократично, через конкурсы и так далее, это никому не нравится, потому что, ну, конечно, намного легче, ты зашел в кабинет, дал пару копеек, тебе разрешение выдали. А вот это вот через конкурс, а вдруг кто-то даст больше, меня оттуда уберут, а у меня, а куда я потом дену эту железную конструкцию и тому подобное. В общем, лоббисты упираются. И что странно, я вам так скажу, что удивительно, вот те фракции, которые там все время декларируют, что нас ждет светлое будущее, мы за все хорошее, как раз не голосовали. Причем не мотивируя, почему вы не голосуете. Идея, что неплохая. Мы на самом-то деле боремся за то, чтобы у нас этой рекламы было намного меньше, в первую очередь для того, чтобы безопасно было передвигаться по городу. Вот еще один такой момент, да, фасадная реклама. Вот мы часто, с вами кто автомобилисты, часто ездим вдоль улиц и видим так называемые на аптеках зеленые кресты. Вот они мигают, они там, что они только эти кресты не делают. И я лично как водитель, мне всегда, я иногда вот, ну, пугаюсь, потому что мне кажется, я путаю его с светофором. Потому что ты смотришь, вроде зеленый. Извини, это ж не светофор, светофор красный, а это крест зеленый. Это небезопасно, из-за этого происходит ДТП, и так быть не должно. То есть должно быть обозначение, что это аптека, но не так, что оно отвлекает водителя от движения. В результате городской совет посчитал, что это плохая инициатива, и она никому не нужна. Еще меня попугали тем, что
слишком много заинтересованных людей, что слишком много людей работает на, скажем так, на эту наружную рекламу. Я все прекрасно понимаю. Но почему-то мы с вами не позволяем себе, например, Приморский бульвар завешать бордами. Да? То есть мы должны понимать, что мы одесситы, мы себя уважаем. Мы знаем, что здесь мы зарабатываем, а здесь это наш культурный, исторический, я не знаю, другой центр, это наш дом. Здесь должен быть порядок. Поэтому если возвращаться к вашему вопросу, какой будет Одесса в 2021 году, могу сказать вам с уверенностью, что с учетом того, насколько много депутатов от оппозиции в городском совете, я очень надеюсь, что 2021 год это будет год, когда мы начнем наводить порядок там, где последние 5 лет пытались наводить беспорядок. Беспорядок нужен и выгоден всем, потому что так легче проворачивать схемы. А порядок никому не интересен, потому что когда есть порядок, все четко, ты не можешь никого обмануть. Мы надеемся, что мы своими силами, своей командой сможем в каждой отрасли, где ми будемо займатися, наводити потихоньку порядок. Але, як на мене, у порядку чи там безладу в місті немає там політичної окраси. Якщо є ініціатива, то всі там депутати, незалежно від партійної там приналежності, ну, ми завжди про це говоримо, на рівні міської ради, обласної ради, ну, потрібно якось пропорції політичні десь там в пік, і якщо ініціатива, ну, здорова, вона актуальна, наприклад, як ваша, я, наприклад, не розумію, чому її не підтримувати, ну, з політичних міркувань. Ви знаєте, Віталій, здесь діла вообще політики здесь практически нет. Ні з моєї сторони, ні з сторони моїх опонентів. Здесь є комерційний інтерес. Тому що люди, які сидять в залі міського совету, я знаю, як мінімум, там, нескільки депутатів, які мають напряму відношення, і у них бізнес построєн іменно на рекламі. Вони, у них борд, они обеспечивают там и всех политических деятелей, и бизнес, скажем так, возможностью рекламироваться. Поэтому, конечно же, они в первую очередь, политика это уже второе, в первую очередь это бизнес-интересы, не хотят терять хлеб. Но я еще раз говорю, вот у нас такая же проблема с мафами, да, вот их безбожно много, их настолько наплодили, вы себе не представляете, я был крайне удивлен, когда узнал, что в некоторых местах, особенно на поселке Котовского, квадратный метр аренды МАФа стоит порядка 30-40 долларов. То есть в центре города можно коммерческую площадь взять дешевле, чем МАФ, который находится в очень выгодном проходном месте. МАФа это сейчас такой, ну, топ в торговле розничной, потому что он маленький, он находится в проходных местах. Человек проходит, покупает и уходит. У нас на сегодняшний день в городе порядка 3000 МАФов. Они растут как грибы. Они приходят, то есть тебя обелечивают на документы, потом ты ставишь эту будку, и потом тебе ходят каждый день, и тебя стригут на какие-то налоги, какие-то взятки, еще что-то. И в результате наш город превращается, опять же вам говорю, в торговый центр. Старосиная площадь, да? Вот она, мы помним ее, какая она была действительно в ужасном состоянии. Но ее отремонтировали и воспользовались, взяли и построили там торговый центр на открытом воздухе. И таких у нас растет с каждым днем больше. И когда я предлагаю на своей комиссии, говорю, ребят, а давайте поступим, ну, таким же образом, давайте все эти площадки, которые есть, будем ставить на аукцион. Во-первых, коль у нас уже пошла такая свадьба, мы заработаем, городской бюджет заработает намного больше. Если мы ограничим количество этих мафов, например, с 3000 сделаем там 1000, и каждый, кто хочет заниматься, что, вообще было бы идеально выдавать эти разрешения не так, как сейчас есть, что одного человека там 300, 400, 500 мафов, а вот каждому физлицу максимум 1-2. Для того, чтобы не магнаты, олигархи зарабатывали деньги, а простые одесситы, которые хотят, есть какая-то копейка, хотят трудиться, хотят открыть ФОП, да, чтобы они могли получить такое разрешение и потихоньку зарабатывать, развивать малый и средний бизнес. А что мы делаем? Мы усиляем крупный бизнес, потому что, как правило, там по 500, по 600 мафов принадлежит одному лицу, который в Одессе тоже известный и находится в том числе в Одесском городском совете. Вот. Поэтому, к сожалению, политика, она есть, она присутствует, все это
пытается преподнести как политическую борьбу, но в первую очередь это бизнес-интересы. И исключительно из этого никто не хочет голосовать за абсолютно адекватные, здравые идеи. И что самое обидное, вот то, что я, то, что меня больше волнует, ну я там понимаю, с доверяя делам уже давно все понятно. Они там, у них схемы эти выстраивали не для того, чтобы я приходил и здесь сейчас их рушил. Я не понимаю тех партий, которые только зашли, да, вот «Слуга народа», тот же там, есть там пару депутатов партии Ширия, которые вот они ж за все хорошее, они ж против воровства, они против там закрытости власти и то есть отсутствия публичности и так далее. Я говорю, ну чего нас на самом деле, то есть если бы нас поддерживали слуги хотя бы, то у нас уже есть большинство в Совете, да, то есть 18 плюс 10, плюс там есть еще ребята с партии Ширия некоторые, которые поддерживают, вот тебе большинство, давайте работать, я понимаю, там политику оставим в сторону, давайте вот по хозяйственным вопросам, то, что адекватно, будем вместе голосовать. Что мы даже на прошлой сессии ряд вопросов мы поддерживали, да, там вопросы здравоохранения, вопросы социальной сферы, вопросы коммунальной собственности, которые пытались там вытащить 262 объекта опять куда-то непонятно кому. Мы за это не голосовали, вопрос не прошел. А здесь мы можем, и мне обидно, что нормальные ребята поддаются, грубо говоря, вот этому сговору так называемой новой коалиции и не голосуют за адекватные вещи. Причем не просто потому, что, например, я неправильно написал или неправильно сформулировал, а только потому, что я не получил какую-то подпись от какого-то юридического департамента. Я говорю, ребят, вот есть закон, в законе четко написано, с голоса, если мы поддерживаем, они выполняют. Зачем вы вдаетесь в эти формальности? Поэтому я надеюсь, что с каждой сессии подобных предложений будет намного больше. Но самое интересное, что они бьют почему-то карману. И эти карманы, как правило, сидят в этом же городском совете. И вот это вот они во время сессии ходят, просят, не поддерживай, меня просили, сними вообще вопрос, типа, зачем это надо, и так далее, и так далее. Я говорю, нет, ребят, вот мне надоело. Я пришел сюда, потому что мне надоело видеть эту наружную рекламу. Мне надоело это количество бордов, мафов и так далее. Вообще магазинов, торговых центров больше, чем возможностей у одесситов. Для кого вы это все строите? Кто это покупает? Вы же понимаете, что особенно во время пандемии у людей нет денег. Люди пытаются как-то в режим сохранения уйти, чтобы когда, не дай бог, нагрянет эта страшная болезнь, чтобы они имели за что полечиться, потому что бесплатной медицины у нас тоже нет. И вот эти рассказы департамента здравоохранения, что у нас все получают безоплатную медикаменты и помощь, это все чушь. Они живут в кабинетах, они не общаются с простыми врачами, медсестрами и с простыми пациентами. На самом деле ничего такого подобного нет. Все ходят и покупают за свои деньги. В общем, хочется, чтобы инициатив здравых было больше. И мы, как оппозиция, неважно, кто их будет выдвигать, если они будут направлены на развитие города, на его какое-то сохранение, его облика, его души, извините. Вот мы же хотим, чтобы к нам ездили. Так чтобы к вам приехали, наведите у себя порядок. Вы уже превратились в такое безобразие, что ну, не на что здесь смотреть. Вы хотите пойти к морю, а там все застроено. Вы хотите пойти в центр погулять, а кроме рекламы вас больше ничего не встречает. И так далее, и так далее. Поэтому мы будем работать, будем развивать это направление, и как бы Геннадий Леонидович не уходил от этих вопросов, мы пройдем все те комиссии, которые он говорит, пройдем юридический департамент, но этот проект решения выйдет на сессию, и люди будут знать, и депутаты будут за это голосовать. А кто не будет голосовать, я приду и покажу. Вот это вот люди, которые против адекватных идей. Через кілька хвилин, я все ж таки, якщо ми вже говоримо про зовнішній облік Одеси у 21-му році, не можемо пройти, залишити поза увагою ситуацію з історичним центром. Кілька тижнів тому ми також обговорювали майбутнє будівлі колишньої типографії в центрі міста, навіть були мітинги. Яка доля у пам'ятки архітектури? О, вы знаете, тут даже не касаясь одного, тут как, яка доля взагалі
памятников архитектуры. Вот у нас недавно был очередной митинг «Дача Морозли», да, то есть центр города, историческое место. И опять же, опять люди митингуют, просят сохранить, но, к сожалению, уже есть земля отведена, разрешения все даны, стройка начата. То есть наш город превращают в мегаполис и делают это безграмотно. То есть не пытаются сохранить вот то, что у нас досталось как наследие, не пытаются вынести какой-то там, знаете, как сделали, например, с поселка Котовского или с поселка Таирова, или вообще расширьте город там, я не знаю, и пытайтесь сделать какой-то бизнес-центр другой. Так вот я помню, был однажды в Париже, то есть центр никто не трогает. Все, вот это, а вот тут вот рядом есть район, вот там считается там все высотки, все самое современное, музеи, дома, бизнес-центры и так далее. У нас нет, у нас просто нашли то, что можно убрать со списка, грубо говоря, с перечня памятников архитектуры, снесли, поставили новое. Почему так? Ну, потому что потребительское отношение бизнеса, бизнес не уважает город, он не пытается его сохранить, он выжимает с него максимум. Если бы можно было, они бы все посносили, и так и будет. Так потихоньку, вот у нас был там на Гагарина, если я не ошибаюсь, пивзавод, памятник архитектуры, какими-то путями, договоренностями, все, нету его больше. Уже там будет в течение 4 лет огромнейшая многоэтажка, там 4 или 5 секций по 24 этажа, прямо напротив киностудии, все, нет памятника архитектуры. И вот так памятник за памятником, санаторий за санаторием, так вот это все убирают. Вы знаете, я понимаю наглость и беспринципность местных чиновников, то есть им там законы не писаны, но у нас есть новая власть, у нас есть президент, у нас есть Верховная Рада, у них в руках есть абсолютно все, ручка, бумага, напишите такие законы, которые запрещают, которые унеможливляют местным чиновникам, ну, то есть разваливать то, что является историей. Потому что я понимаю, там все хорошо, есть там высотки, людям надо жить. Но опять же, этот рынок тоже перенасыщен. Вот настолько много, есть дома, где продают только однушки. Да? То есть вот на этаже там 8-10 однокомнатных квартир. То есть рынок, строительный рынок подстраивается под потребителя. Трехкомнатную купить он не может, а вот однокомнатную, там какую-то 32 квадрата за 20 тысяч долларов может. И вот пошло, и сыпет ширпотреб, так называемый, понимаете? И в результате, к сожалению, от этого страдают и одесситы. Никто не думает вообще о том, какие пробки оно будет вызывать. Никто не расширяет дороги, никто не задумывается над тем, что творится с экологией в результате всего этого. Все думают, как по-быстрому заработать денег, и вот так наблюдаю над людьми, которые, грубо говоря, являются монополистами в этих сферах, они же здесь не живут. Они приезжают время от времени, смотрят, как дела. Кто-то живет в Великобритании, кто-то в Израиле, кто-то в Австрии и так далее. Мы просто, грубо говоря, сырье. Наш город рассматривает как площадку, которую можно вот высосать с людей все, продать, и на этом все. История никого не интересует. И если я говорю, если я могу понять беспринципность местных властей, я не понимаю беспринципность тех, кому отдали большинство голосов. Президенту, монобольшинству в парламенте, которые, ну, у вас есть все. Пишите нормальные законы для того, чтобы никто не имел права нарушить. Там моего коллегу Авдеева, который возглавляет ГАЗ, его там ругают, что ты выдаешь разрешение. А я тоже его спрашиваю, говорю, ну вот ты раздавал? Он говорит, это не я, потому что у меня это СС-2. СС-3 это высотные здания, эти разрешения дает только Киев. Я ничего не могу с этим сделать. Плюс наложили мораторий на проверки, да, то есть не могу выехать проверить, кто-то правильно выполняет там проектные задания, не выполняет и так далее. Ну, вообще, очень неприятно это все наблюдать, но скажу вам так, единственный страх у всех этих чиновников – это огласка и это люди. Вот когда люди выходят митинговать, протестовать, и когда люди говорят, ну, так массово за какую-то проблему, эта проблема их стопорит. У меня такая ситуация была с гаражными кооперативами, мы их с вами обсуждали. Okay. До сих пор, слава богу, благодаря тому, что люди едины и борются, там пока они еще там. И вот точно так же, если мы хотим сохранять памятники архитектуры, у нас на сегодняшний день до следующих выборов вариант только один. Вместе становиться спиной друг к другу и бороться за каждый объект. А единственный шанс –
правильный, демократичный, честный. Это выборы. К сожалению, вот много критикуют политиков, что слишком мало хороших новостей у нас в последнее время. Все плохо, плохо, плохо. Да я бы хотел говорить о хорошем. Но что же делать? Большинство одесситов опять доверили человеку, из-за которого приходится говорить, что он делает, что делает его команда. А там хорошего мало. Потому что какой бы парк ни построили, он будет застроен мафами. Какие бы добрые дела ни делали, они все равно будут приносить кому-то прибыль. Приехал, припарковался в центре города, хотел заплатить за парковку. И что вы думаете, получается? Нет, стоит паркомат, а он не работает. И к тебе сразу подходит человечек в жилетке и говорит, давай мне, все будет нормально. Вот таким образом бюджет недополучает. Таким образом недофинансируется медицина и другие направления. А все потому, что нету порядка. Беспорядок. А в беспорядке намного легче воровать. Это проблема. Но мы с этим будем бороться. Дякую, Романе. Я пропоную і в 21-му році обговорювати такі важливі теми, важкі теми для сприйняття, але ми будемо робити все, щоб глядачі розуміли, про що ми говоримо, тому що ми завжди працюємо над тим, щоб більш політично грамотними були одесити і в господарському плані також. Дякую, Романе. Успіхів в 21-му році вашим колегам також. Залишайтеся на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.